Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и добро пожаловать в прохождение игры Blasphemous 2. Так, со звуком все нормально, и сейчас мы будем проходить уровень «Затонувший собор». И рядом... что? Рядом босс, я полагаю. Так... Ой, а там вода какая-то. Анимация у них копия очень резкая. Так, давайте я к боссу пойду. А. Не пойду я к боссу. Тут закрыто. Не все так просто. Тихо, тихо. Но ее сильно оглушает. Ух ты! Напугал. Что? Как неожиданно они выскакивают. А, он не попадает? В смысле? А теперь попадает. Как это понять? Это что сейчас такое было? Выскочит, ага. Так я и знал. Да, ее постоянно оглушает, стабильно. А это даже повернуться не может. Воу. Что-то многовато их. Да, вот эта лестница опасная очень. Можно вот так вот схитрить и булавой пробить сквозь лестницу. Чтоб потом было легче ее пройти. Должен быть колокол.
Но его тут нет. Так, это вниз, да? А, тут испытание будет. Да, огня боится. Воу. Воу. Да ладно. А чё так больно? Чё такой урон-то огромный? Ничего себе. Так, мы сейчас знаете, что купим? Мы купим... Дебло о свете. Призывает луч света, наносящий магический урон. Так, сейчас посмотрим. Как работает Дебло? Ого! Мощно! Жесть! Интересно, насколько высокий урон? Сейчас увидим, какой урон. Нифига себе, и все? Офигеть. Жесть. Вот это урон. А, видишь? То есть... Во время вот этого магического урона сам персонаж-то уязвим. Так, еще раз, только аккуратнее. Тихо-тихо-тихо! Да ладно, зацепил, прикинь.
А чё он так долго дышит? Огненный не так долго дышал. Украшенный потер. Так, а теперь... А, теперь вернуться надо. Сохраниться. Так, смотрим по карте. Наверх. Да, наверх. И снова наверх. А, вон колокол. Подожди, а колокол дальше, смотри, не пошел. Звук-то. Ой-ой. А, вот почему. Так. Теперь надо эту дверь открыть и пройти, чтобы она исчезла. О, третий уровень. Вердикта, уровень третий. Давайте посмотрим. Бесконечное пламя. Нажмите Q после зажигающего удара, чтобы объединить его в серию с другой атакой. А, типа он зажигает булаву и сразу же гасит. И получается комбо из трех ударов. То есть обычный удар, зажигающий и выключающий. Увеличивает базовый урон. Так, пока что дальше проходим. А, он с миазмами. Он не бьет? Ой-ой-ой, тихо. О, вниз можно как-то... Да ну...
А, я так и знал. Опасно, здоровья нет. Но есть лестница, надо ее включить. Ой-ой-ой. Опасно, опасно, здоровья вообще нет. Так, тут пока не проходим. Тут никого? Не, никого. А тут? Опасно. А, не-не-не-не-не. А что же делать? А, тут еще и этот. Да ну, я так и знал. Так, сейчас попробуем пройти. Но уже аккуратнее надо. Так, подожди. Тихо. А, тут все равно не пройти. Тут все равно не пройти. Воу. Это мы вниз. О, а там босс справа. Просоленный наконечник копья. Так, а тут? Тут портал. Ну что ж, смотрим, что там за босс такой. А, мы его уже видели. Одон из Братства Соли. И что это? А, вот он что делает.
Ничего себе, ну не слабый урон. О, еще. А, я не заметил. Я не заметил. Так, давайте-ка персонажа настроим. Возьмем пламя. Чтобы он в пламени в этом стоял и копья вызывал. Вот он стоит в пламени. Воу-воу-воу. Ой, зацепил. Какой звук громкий, я аж испугался. Прям очень громкий. Три стигматы. Ключ из соли. Не обладая достаточным умением, чудо не смогло воплотиться и существовало лишь в форме болезни, уродства и боли. Оно распространяло свои мерзости, как язвы на больной коже, во многих местах и среди невинных людей. Голубь, что взял свой цвет у ворона, покинь свое золотое узилище.
Так, открываем. И теперь... Ага. Вот сюда, да, телепортируемся? А, ну, по сути, телепортируемся в город. Так, где город? Вот он. Значит, ты хочешь избавиться от вины. Да будет так. Так, теперь телепорт. А, подожди, какой телепорт? С этого города нужно идти влево. Давайте тут сохранимся. Так, это надо... Через ущелье. А, смотри. Так, надо поменять хорал. А, так не достать таким образом. Тут по-другому. А, вот колокол. Вот и колокол, вот и дверь. Стигмата. Так. Так, почти пришли. Покой безмолвия. Тут босс был. Так, вот теперь наверх. А, тут мы пока не можем пройти.
Но я думаю, там можно допрыгнуть. Сейчас. Через рывок, скорее всего, с выступа. Вот с этого выступа, скорее всего. Да, вот так, ага, через рывок. Слышу сестру. Благодарны. Жаркий поцелуй. Так, и пока что тут мы не проходим. Давайте, знаете, куда телепортируемся? В город? В город. Так, 6000 нужно. Дань чести. Теперь вы можете телепортироваться между святилищами. Так, теперь телепорт. Теперь вот сюда. Рвение будет больше. Максимальный объем рвения увеличен. Так, теперь с рывком мы сможем допрыгнуть, скорее всего. Жаркий поцелуй. Теперь снова телепортируемся. Так, это убираем значок. И телепортируемся. Вот так. Новый город. А теперь на улице бдения. Вот так. Senti como penitente mío. Так, попробуем телепортироваться, знаете куда? Вот, вот сюда. А, здесь мы не пройдем. Здесь пройти не получится. Но может получится пройти вот здесь.
Так, это... А, это вниз. Подожди. Это вниз. Теперь вправо и вниз. Воу. Украшенный потир. Так, а тут можно вниз. Лабиринт приливов. А, смотри, он не достает. Ой, тут не видно их. Воу-воу-воу. Компас потерпевшего крушение. Значительно повышает сопротивление урона миазмами. Путеводный инструмент заблудшего прихожанина. Чудо в своем стремлении скрыть знания от пытливых глаз отклоняло стрелки, направляя мореходов по неверному курсу. Немногие осмеливались отправиться в плавание по чернильным водам нечестивой библиотеки. А, тут пробить надо. Так, а тут... Ой, я думал, не допрыгнул. Тихо-тихо. Тут шипы, наверное, внизу, да? Ой-ой-ой-ой-ой.
А, тут еще двери надо открыть, видишь? Да ну. Мародер. Он достанет, интересно? Не, не достает. Здоровья мало. Очень мало здоровья. Стой, своды этого святилища вот-вот обрушатся прямо нам на головы, и у меня едва хватает сил поддерживать вход в нашу часовню. Меня зовут Регула. Это тело, что возвышается над тобой, всего лишь кара за отвратительный грех, который я совершила много эпох назад. Чудо справедливо, оно даровало мне силы выдержать это наказание, но я чувствую, что спустя столько времени они постепенно угасают. С каждым сотрясением эти беспощадные камни все глубже впиваются в мое тело. Если мои руки не справятся с грузом, святилище обрушится, а к святой больше не придет поклониться ни один верующий. Во имя милосердия, услышь мой плач. Я уверена, что между сотрясениями слышала, как рушатся стены часовни. Наверняка где-то в лабиринте открылся проход в святилище. Заклинаю тебя, найди его, пока не поздно. Каяющийся, найди другой вход в святилище, пока еще не слишком поздно. Каждое сотрясение лишает меня остатков сил. Так, наверх. А, здоровья-то нет. Тихо. Нет, не смей. Рашпель серебряной раковины. А вот и портал.
Так, длинный и плоский железный инструмент с крупными зубцами. Такие инструменты используются резчиками по дереву для быстрой обработки материалов. Ну и на этом пока что, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Boosty. Ссылочки в описании. А если хотите задонатить, это можно сделать по ссылке в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!